Мастер-класс. Рядом со мной декоратор Анна Гусева, и мы будем делать что-то из ткани, меха, ушей, рогов и панталон. Копыт. Копыт. Объясни, для чего все это? Мы будем шить мягкую игрушку для нашего Мишутки. Это будет ежик. Для того, чтобы сшить этого ежа, нам понадобятся выкройки бумажные, мех для шкурки и для брюшка, мордочки и всего прочего ткань. Достаточно плотная. То есть у него будет такое пузико? Да. И такие колючки мягкие? Да. Как здорово. Переносим выкройки на ткань. Ты знаешь, мне вспоминается стихотворение из далекого детства. Там, где воржи межа рыжа, я сел однажды на ежа. Какая прелесть. Да. Теперь детали выкройки нужно вырезать, оставляя припуски на швы по 1 сантиметру с каждой стороны. Кому-то это покажется женским делом – сшивать ежика. Ну, на самом деле, я отец, у меня тоже есть дочь, и я с удовольствием сделал бы ей такого ежика. А лучше бы вместе с ней, потому что это совместный труд, а он облагораживает. Когда все детали готовы, их нужно сшить между собой. Сначала лапки и мордочку. Потом лапки набиваем холофайбером. Так, ну вот, мы сшили все заготовки. У меня пузико с лапками и мордочка, да? Да, у меня спинка. И теперь мы должны сшить эту и эту части... Сложив лицевыми сторонами. Внутрь. Внутрь. Мы для экономии времени уже сшили целиком ежика. Аня это сделала, покажи, Анечка. Да, вот. Вот. И осталось только... Вывернуть. Угу. Вот такой у нас получился ежик. Ну, это только заготовка. Теперь мы его набиваем холофайбером, закрываем как раз вот этой деталькой, чтобы было на чем сидеть, и делаем мордочку. Ежик никогда не гуляет один. Привет! Привет! Если вы тоже хотите сделать такого ежика вместе со своими детьми или сами для детей, заходите на наш сайт www.school-remont.tv. Там вы найдете подробное описание и выкройки. Спасибо тебе, Аня. Пожалуйста.